Трубы зашпаклеваны, высохли. Теперь можно начинать укладывать первый слой шпаклевки. Вот она высохла. Хорошо все легло. Так, теперь задача взять шпатель и пройтись в срез по швам, чтобы не было никаких выступающих частей. Потому что потом при шпаклевке они будут вот выпирают, здесь вот кусочек есть. И все это надо будет убрать. Все, начинаю шпаклевать. Сейчас очищу сначала стены от каких-то выступающих частей и буду укладывать первый слой шпаклевки на кухне. Так, здесь наделать надо будет. Все, сейчас добавлю раствор и начинаю работать. Начинаешь поклевать стены. Стены шпаклюются очень просто. Но так как мы перед этим штрафилировали стены и заделывали их, необходимо сначала пройти шпателем рабочим и срезать все выступающие части, оставшиеся на штрафах. Шпаклюется очень просто. Шпаклевка наносится. Потом снимается. Нанесли, сняли. Все очень просто. Можно шпаклевать средним шпателем, можно длинным, можно маленьким. Шпаклюется желательно плоское. Первый шпаклюется справа налево, если я направо по горизонтали. Второй слой вертикально. После первого слоя затирается и получается хороший слой шпаклевки. Стиральную машину и ванной.